Доброго вечера. Есть одна глобальная проблема, над решением которой мы решили сконцентрироваться. Это высокое потребление сахара и, как следствие, сахарный диабет. Основным источником поступления сахара является потребление сладких напитков. А вояка – это востребованные и вкусные продукты будущего. Для человечества такой подход – польза, а для нас производство напитков – это еще и бизнес с самым большим потенциалом для масштабирования. Наша цель в ближайшей перспективе – занять 1% российского рынка напитков. 2019 год мы закрываем с доходом более 100 миллионов рублей. Учитывая кратный рост выручки все три года ранее, мы справедливо готовимся к еще более качественному скачку с увеличением в 10 раз. Прогнозируем в 2020 году оборот более миллиарда рублей с валовой рентабельностью порядка 20%. А в перспективе 3 лет прирост более чем 30 раз и достигнуть показателей годовой выручки 3-5 миллиардов рублей. Сегодня у нас более 500 точек реализации продукции, и в 2020 году их будет не менее 5000. В этом нам помогают наши партнеры и их производственные мощности, а другие партнеры в лице сетевого ритейла и хорики делают воду и напитки доступными потребителям. Жизнь невозможна без воды. И по факту чистая питьевая вода – ценнейший ресурс. Легкая вода – самая чистая природная вода. И сейчас мы заканчиваем процесс доработки технологии ее очистки плазмой. Энерготоник «Энергет» на фруктозо-глюкозной смеси вместо сахара мы производим в коллаборации с нашим дорогим другом Эриком. Хорошие плоды уже сейчас обусловлены совпадением целевых аудиторий, высокой вовлеченностью и лояльностью, а также приростом рынка на 20% в год. Витаминные напитки и минералку, а также колу мы производим для быстрорастущей сети быстрого питания Black Star Burger. Есть компании, на опыт которых мы решили опираться. Вот эти замечательные примеры узнаваемости, яркого маркетинга и стремительного роста. Обратите внимание на слайд, где отображен график роста стоимости акций компании Monster. Они выросли за 20 лет почти на 60%. Для сравнения, на графике красным рост стоимости акций Apple, а синим индекс S&P 500. Напитки и вода – самые прирастающие категории во всем сегменте FMCG. Есть мысли расширить линейку еще более органическими продуктами. География компании «Вояка» растет, и не только за счет регионов России. Мы поставляем свою продукцию в страны ближнего зарубежья и планируем выход на рынки Америки, Азии, а также Европу. Предложение для партнера. За 10% доли 50 миллионов рублей. Готовы реализовать в текущем состоянии до 40% доли в компании. Деньги от привлекаемых инвестиций мы направим на реструктуризацию, объединение компаний, выпуск новых продуктов, а также открытие своего опыта промышленного цеха с лабораторией, маркетинг и пиар, расширение географии. Возврат инвестиций предусматриваем за счет выплаты дивидендов со второго года, но основное – это рост капитализации и стоимости доли. В 2020 году планируем выпуск биржевых облигаций, а на перспективе 3-5 лет – акционирование компании и проведение IPO. Точнее, будем принимать решения совместно с партнером. Спасибо, голосуйте за нас.